неприятный Пилягин нарисовался. И знаете, где он сейчас? На Big Love Show. Давайте просто посмотрим, что сегодня звезды надели. А может быть, они что-то и не надели. Вот пойдем сюда, вот смотри, сейчас вот здесь толпа. Кто там у нас? Ну что, ты сегодня в исподнем или нет? Конечно, но я не буду тебе давать проверять, просто поверь мне на слово. Что-то не очень, мне не нравится. Что-то халтурят ребята по полной, а? Вот, вон ведущего нормального возьмите, а не этого. Ой, все. Вы выступили уже? Да. Да? И слава богу. Как хорошо, что мы пропустили. А, то есть у тебя рабочая эта сторона, да? Нет, просто у тебя это красивее. Шляпа дедовская, признайся. Я тоже тебе такую... Шерифская. Мой дед шериф, ты знал? А, да? Нет, подожди. Тебя точно избили или это грим такой? На съемках у нас была ситуация одна. Да. Ну, в общем, там товарищ один был неправ. Это был неприятный Пилягин, что ли? А, вот если бы это был ты, я бы, наверное, вообще не встал бы. Ну, покажи свой кулак. Сильный он? Обычный кулачок. Так бы, да. Подожди, мы Караулову пропустим, прямо она в кадр влезает. Ты понимаешь? Роскошная женщина, роскошная. Прослух, иди ко мне. Я опаздываю. Куда? На корпоративку. Серьезно, тебе заплатили за него? Да. Много? Много, сразу видно, миллионы. Алсу, а твоя любимая певица, это кто? Алсу. В первую очередь надо любить кого? Себя. Себя. Согласился. На втором месте кто у вас? Потом 50 пропущенных мест. Подожди, стариков надо вперед. Ради бога, мне просто сказали. Представляете, Алсу говорит, стариков надо вперед, а Ваня Дмитриенко прорывается. Как ты выступила? Переживала? Целых полторы минуты у меня было. А, да? Я думал, тебе 20 песен дали выступить. Ну, конечно. Дадут тут 20. А у тебя вообще есть хиты, да? Ну. Я видел, что ты порадовала себя покупкой нового автомобиля. Я тоже, но я пока еще никому не рассказывал. А, да? Да. Ну, зато все, мы с тобой узнали. Ну, да. Я тебя умоляю, смонтируй нормально. Это не ко мне. Смонтируйте нормально. И не с большим носом меня. Ну, усы мы заклеим. Усы заклейте. Надежда, мой лечащий врач, а также хороший психолог.